хочешь знать? Хорошо. Но только если ты очень попросишь. Скажи мне, пожалуйста. Ну? Ну да. Ты б никогда так не сказал. Потому что долг, который ты так стараешься уменьшить, удвоится. Я вижу вас насквозь. Значит так, один из вас пытается свалить весь долг на Кокороге. Но это не сработает. Раз уж я заговорил, мой долг удвоится. Получается? Теперь самый большой долг у меня. И если игра закончится сейчас, то предатель окажется в большем проигрыше. Так было написано на моей карточке. Изменение правил. Штраф за последнее место достанется человеку с наименьшим долгом.